Лазерсон. Любимые. Вы знаете, друзья, профессия обязывает меня очень плотно дружить с женщинами. Ну, меня это совершенно не обременяет, кстати говоря, но тем не менее в перерывах между дружбой и женщинами я дружу с мужчинами. И, конечно же, наша мужская дружба предполагает всяческие посиделки. А поскольку в нашей стране вся еда – это закуска, холодная еда, то, конечно же, для моих друзей я готовлю одну вещь, которая всегда вызывает одобрение и хорошие мужские разговоры в дружеской компании. Но что бы вы думали, это будет? Я немножко потяну время для интриги. Так что это будет, ребята, это будет рыба под маринадом. Рыба. Я отправлюсь за рыбой, за очень простой рыбой, между прочим. Но кто не узнал эту рыбу? Это минтай, а вот другой не надо. Абсолютно простая рыба. Минтай. Я не буду называть его минтай, я буду говорить рыба. Потому что может быть и хек. В общем, абсолютно простая, замороженная рыба. Ну, она уже у меня растаяла в холодильничке. Рыбу правильно размораживать в холодильнике всегда, чтобы она медленно оттаивала. Ну, и я сейчас плавнички срежу. Сейчас я срежу плавники. Я не люблю, чтобы торчали плавники. Я предпочитаю их срезать. Ну, ножницы для этого такие грубые, кухонные ножницы всегда очень хорошо работают. Я и хвост, между прочим, люблю вот так вот обрезать. В общем, все, что торчит у рыбы, надо срезать. Это только мешает ее употреблению. Значит, главный герой – это рыба. Поэтому ей, конечно, основное внимание уделяется. Ну вот, сейчас я его доделаю ему обрезание и уже... Значит... Он потрошенный, он хорошо подготовлен. Я сейчас его нарежу. Ну, вот так, на такие вот разумные. Вот на такие разумные кусочки. Вот себе минтай и минтай. Здесь я уже вот так оставлю рыбку. И поеду нарезать следующую. Вот получаются аккуратные ломтики для блюда, которое я сегодня готовлю. Ну, называется рыба под маринадом. Теперь моя задача эту рыбу поджарить. Возьму, сложу ее в миску. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас в миску насыплю соль. Немного соли, немного сахара, примерно одинаковое количество. Теперь я налью сюда воду. Растворю соль и сахар и рыбку. Тогда рыбка будет вкуснее, когда немножко полежит в такой солено-сладкой воде. Я уже не буду ее потом солить для работы с ней. Вот так я люблю подготовить рыбку. Она вкуснее будет, когда она полежит в такой вот солено-сладкой воде. Сейчас помою доску. Вот я, видите, помыл доску. Видите, чистая доска мгновенно стала. А теперь рыбка так какое-то время у меня полежит. Вот. Я сполосну сейчас руки. И возьму я одну другую хорошую луковицу. Я сейчас займусь овощами, я почищу лук. Потому что когда я говорю рыба под маринадом, я имею в виду рыба под овощным маринадом. Это классическая вещь на самом деле. Уж больно я ее люблю.
Это блюдо всегда было таким популярным еще в советское время. И не знаю, откуда оно пошло, кто его придумал, где. Но это очень удачная идея холодной закуски. Вот именно закуски. Я сейчас говорю уже без какой-то иронии. Лук. Для этой закуски я люблю нарезать лук несколько не так, наверное, как обычно мы его нарезаем. Я сейчас покажу, в чем дело. Вот лук. Я сейчас дополнительно сполосну луковицы. Обычно, смотрите, что происходит. Обычно мы нарезаем лук как? Вот лук. Мы кладем его вот так и нарезаем его поперек, как бы. А я сейчас хочу его нарезать вот так вдоль. Причем, смотрите, я буду нарезать его немножко под углом, чтобы получалась видимость таких маленьких долечек тоже. То есть на угол немножко буду подрезать его. Вот видите, получаются такие вот фрагментики. Вот я люблю лук нарезать для рыбы под маринадом именно вот под углом, вот так вдоль, а не поперек. Вот получаются такие вот ломтики. Я уж больно люблю их. То есть вот много лука дольками. Это мой такой любимый способ нарезать лук для рыбы под маринадом. Еще немножко лука. Весь не буду. Вот так. Вот красиво смотрится такой лучок. Все, пошел он в миску. Теперь морковка. Очередь морковки наступает. Беру морковку. Ее нужно почистить, естественно. Она уже мытая. Без морковки рыбы под маринадом быть не может. Морковка здесь очень важна. С любовью. Я ее чищу тщательно, не торопясь. И сейчас я ее тоже после споласкивания дополнительного нарежу. Ну, нарежется она, собственно говоря, можно вот этим ножом на сравнительно длинную соломку. Я сейчас нарежу ее ломтиками. А потом соломкой буду нарезать. Вот такая будет морковка. Здесь нужно все подготовить, чтобы работать с овощами. Рыбка пока у меня, видите, лежит в солено-сладкой воде. И я себе занимаюсь овощами. Ну и будет еще один овощ, ребята, который называется сельдерей. Ну, дорежу еще вот этот коротенький кусочек. Пусть тоже вся морковка будет использована. Ну вот. Это была морковка. Сейчас я ее тоже в отдельную мисочку. С луком не смешиваю, потому что несколько у них разное время приготовления. Я не могу их бросать туда, где я буду это готовить, одновременно. Поэтому с луком не смешиваю. И остался мне сельдерей. У меня большой корень лежит в холодильнике, я это помню.
тоже. Вот у меня есть большой мытый корень. Мне он, конечно, весь не нужен. Я сейчас отрежу. Сельдерея нужно меньше всего, потому что он сильно ароматный. Его нужно, разумеется, меньше, чем морковки. Поэтому я сейчас его почищу и нарежу. Дополнительно сполосну его. Его меньше всего. Это уже аромат. Очень такой характерный аромат. Вообще говоря, рыба любит сельдерей. Рыбное блюдо весьма неплохо сочетаются с сельдереем. Ну, а поскольку сельдерей мне сейчас очень похож на морковку по консистенции, то я могу их смешать, поскольку они готовятся одинаковое время. Я опять же нарезаю сельдерей сначала пластинками, а потом превращаю пластинки уже в соломку. Можно использовать корень петрушки. Он реже встречается. Они помельче корни петрушки. Но сельдерей удобен, потому что бывают большие головы, большие корни, их удобно нарезать. Вот так я вожусь на своей любимой кухне. И скоро-скоро я жду мужиков, своих друзей, для которых готовлю это блюдо. Но надо готовить накануне, потому что это блюдо холодное, а готовится оно горячим. Поэтому его всегда надо готовить накануне. Я жду их завтра на самом деле. А готовлю уже сегодня, потому что есть такие вещи, когда завтрашнее похмелье наступает уже сегодня. Ну ладно, рыба. Рыбу я теперь должен обсушить, чтобы она не была мокрой. Я возьму сейчас миску, рабочую миску, и вывалю рыбу вот так в миску, чтобы удалить... Даже здесь по высоте не очень. Я оставлю рыбу вот здесь стекать. Вот так. Хорошенько потрясу, чтобы убрать излишки влаги. Ну и теперь мне остается только эту рыбу поджарить. Потому что она должна быть жареная. Возьму большую сковородку. Значит, рыба должна быть обжарена. Ну, всякая рыба чаще всего обжаривается через муку. То есть надо запанировать ее в муке. Я тоже сейчас буду это делать, потому что мне хочется, чтобы рыба была небольшая корочка, которая все равно будет пропускать маринад. Поэтому я возьму тарелку. Я возьму тарелку подсобную. Я возьму муку. Муку я не буду солить. Знаете, часто, когда панируешь в муке что-то, есть смысл муку посолить. Я не буду это делать, потому что рыба уже полежала в соленой воде с сахаром. И она сейчас очень хороша по вкусу. Поэтому я сейчас только растительное масло в сковородку. Пусть хорошо, я не буду жалеть масло. Пусть будет масло побольше, потому что рыба будет эффективнее жариться. И теперь я аккуратненько буду панировать рыбку в муке. Вот так на борт тарелки ее буду складывать. И она пойдет со временем в сковородку. То есть первый этап я всегда заморачиваюсь вот так вот тщательно обжарить рыбку. Потому что это для любимых друзей. Потому что это моя любимая закуска. Черт с ними, с друзьями. Сам люблю. Рыбка хорошенько запанирована в муке. Пальцы мои тоже немножко в муке, в тесте, но я сейчас тесто излишки убрал с пальцев. Вот, я проверяю масло. Масло еще мне не нравится. Чуть-чуть подождем. Вот так поближе. И сейчас я буду выкладывать уже рыбку в это масло, чтобы она поджарилась хорошенько. Еще немного, еще немного, еще чуть-чуть. Рыба холодная, поэтому, когда я выложу много рыбы на сковородку, сковородка остынет, и процесс жарки может прекратиться. Поэтому мне важно очень
разогнать сковородку хорошо, чтобы масло нагрелось хорошо, чтобы всякий кусочек начинал схватываться корочкой сразу же. Проверю сейчас. Ну вот, собственно, пошел уже процесс жарки. Более-менее. Да, можно. Какой-то кусочек я кладу на мякоть, какой-то кусочек я кладу на кожу. Это уж как получится. Масло брызгать не будет. Здесь вся влага поглощается мукой. Чуть-чуть раздвину. Вот так. И для последнего кусочка я тоже сейчас найду местечко. Вот, теперь уже могу помыть руки. Помою руки. Я не буду отвлекаться сейчас больше ни на что. Мне важно сейчас контролировать рыбу. Я положу лоточек сейчас возле себя. Вот у меня есть лоточек чистый, в который я буду складывать обжаренную рыбу. Потому что в таком лотке ее удобно мариновать. Хранить ночь, чтобы она промариновалась. Вот контроль рыбы пошел. Жареная рыба уже сама по себе вкусная вещь. А когда она еще под маринадом. Конечно, я сейчас вспоминаю, знаете что, друзья? Я вспоминаю свои самые любимые 2 года. Где у мужчины самые 2 любимые года проходят? В армии. Так вот, я еще служил 2 года в армии. Я думаю, что самые проницательные зрители уже догадываются, кем я служил в армии. А в армии всегда на ужин была рыба. Знаете, сколько я рыбы пережарил в армии? Какие у меня были руки, потому что сковородки были очень неудобные. Это были такие большие противни. Брызгал очень сильно жир. У меня руки все были в ожогах, вот эти части кожи. Вот здесь-то кожа грубее, конечно. В общем, время было невеселое, но я методично каждый вечер, пока деды, старослужащие повара спали, я на 1000 человек каждый вечер жарил эту самую рыбу. Но я не стал ненавидеть рыбу после этого. Я даже не очень ненавижу армию. Вы знаете, не дико ненавижу. Так, в меру. Ну вот так жарится рыба, как в армии. Я возьму сейчас, друзья, вот такую вот кастрюльку-сотейничек. Налью в нее растительное масло. Так. С любовью наливаю масло. Рыбка хороша. Я ее, видите, раз так 2 вилочками переворачиваю время от времени. И нам всем хорошо. И рыбке хорошо, и мне хорошо. Руки я не обжигаю, как в армии. Ну вот. Рыбка очень хороша. Я уже сейчас бы ее съел прямо так. Вот ей-богу. И я сейчас сюда, смотрите, в кастрюлю лук. Вот так. Погрею лучок. Жарить его не буду. Просто, чтобы он прозрачным стал и запахло луком. Ну все, ребята, я теперь буду спокойно немножко внахлёст вот так укладывать ломтики, кусочки этой обжаренной рыбы. Вот и лоточек удобный для того, чтобы работать с рыбой дальше, мариновать ее. Немножко масло брызгает. Вот так спокойненько, спокойненько. Нетрудное блюдо.
простое блюдо, я бы сказал. Ну, ничего здесь страшного нет и сложного. Все. Лучок зашкварчал чуть-чуть. Я ему жариться не дам. Я просто не имею права. Вот он только греется, видите, он пока еще не золотится. Вот я начинаю как раз с этого процесса. Рыба. Убираю нагрев. Там, где была рыба. Вот как я... Вот все, луком пошло. Луком пошло. Лук стал чуть более прозрачным, чем он был. И теперь я позволю себе уже добавить все остальное. Сельдерей и морковку. Вот так. Опять же я все перемешаю. И пусть это все греется. Сейчас лавровый лист. Две штучки достаточно. Злоупотреблять лаврушкой нельзя. Слишком будет вкус сильный. И перец горошком. Перец горошком. Теперь внимание. Это уже использовавшийся сегодня сахар для выдерживания рыбы. Я, смотрите, достаточно смело сюда, видите, как плеснул, дал хорошую дозу сахара. Потому что маринад должен быть кисло-сладким этот. Все погрею вместе. Вот. Ну, теперь уксус. Я вообще-то люблю винные уксусы. Но сегодня в наше время неприлично любить уксус спиртовой. Вот такой прозрачный, как у меня в этом кувшинчике. Но единственное блюдо, которое я готовлю вот с этим, таким простейшим уксусом, это рыба под маринадом. Потому что я считаю, что вот благородные уксусы здесь не нужны. Здесь нужен брутальный, кондовый спиртовой уксус. Вот как он продается в бутылках. 9% концентрации. Я гашу сейчас сахар. Вот овощи пустили сок немножко, потому что сахар из них высосал сок уксусом. И овощи прекратят развариваться, потому что кислая среда не дает овощам размягчаться. Я хочу, чтобы овощи остались небольшой хрустинкой у меня. Вот для меня это важно. И теперь еще кислота. Смотрите, какая. Это кислота томата. Он мне даст красный маринад. Рыбу можно мариновать и уже вот этим. Это называется белый маринад. А я хочу красным, чтобы еще с томатом было. Поэтому вот еще дополнительная кислинка. Томата. Сейчас все прогреется. Но чтобы маринад был более влажным, потому что он своей влагой должен пропитать мою любимую рыбу, я дам немного воды сюда. Просто вода для усиления влаги. Ну и соль не нужна все равно, потому что солить еду надо. Соль сюда тоже пойдет. Баланс вкуса мне все-таки важен здесь. Вот у меня получается такое вот варево, которое уже называется красный маринад. А если бы было без томата, был бы белый маринад. Он был чуть-чуть желтоватый, бы жидкость за счет морковки. А так называется белый маринад. И вот можно работать. Я люблю больше с томатом, конечно. Мужики любят томат. Мужчинам томат полезен, между прочим. Сейчас я попробую на вкус. Я должен получить на выходе хороший кисло-сладкий вкус. Причем кислее, чем я люблю. Потому что когда будет остывать эта штука, маринад будет уже менее кислым после остывания. Поэтому, когда я пробую горячее, мне должно быть кислее, чем хочу. Так надо. Вот посмотрите, оно кипит. Рыба горячая еще. Я подгадал специально. Рыба должна быть горячей. Маринад готов. И горячая рыба заливается горячим же маринадом. Видны светлые червячки сельдерея. Видна морковка. Чуть менее виден лук. Но понятное дело, что есть здесь все то, что я сюда сам же и добавил. Все, булькнуло. И теперь грубо
без всякого пиетета, без дрожи в руках я заливаю, покрываю, я бы даже сказал, этим маринадом рыбку. Вот жидкость пошла вниз. Овощи остаются наверху, как вы понимаете. Жидкость пошла вниз и начинает пропитывать сейчас рыбу. Конечно, если я собираю своих друзей для того, чтобы с ними, ну, посидеть, ну а как еще иначе в наше время говорить, то, конечно, нельзя ограничиваться только этой едой. Это закуска, это начало трапезы. А уж потом может быть какое-нибудь, конечно, мясное блюдо, конечно же, да, поскольку закуска рыбная, тогда главное блюдо может быть мясным. Видите как? Эти овощи так вкусны потом. Они хрустят, потому что они не переготовлены. Они будут похрустывать. И еще непонятно, между прочим, что нравится больше всем тем, кто это ест. Сама рыба или овощи. Ну, а в целом, конечно, должно нравиться все. И тогда я буду считать свою задачу выполненной, потому что я сделал своим любимым друзьям вкусно. Ну вот такая она моя любимая закуска, рыба под маринадом. И поверьте мне, для того, чтобы ее приготовить для своих любимых друзей, совершенно не нужно долго мариноваться на своей собственной кухне. Так что дерзайте.